наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, поговорим о предметах в нашем доме, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать или отдавать, потому что выбрасывая или отдавая эти вещи, вы нарушаете энергетику своего дома, а значит, вы несете в свою жизнь не только негатив, но и энергии разрушения. Что же это за такие вещи, друзья, далее более подробно в этом видео. Дело в том, что в нашем доме или в нашей квартире постоянно аккумулируются какие-то определенные вещи, потому что, например, одни вещи нам могут не нравиться, есть вещи, которые именно из морального достигают морального какого-то износа, есть вещи, которые нам просто подарили и так далее. Но вы должны понимать, что даже если вам эти вещи не нужны, постарайтесь им найти новое применение. Но не стремитесь эти вещи отдавать, продавать или кому-то дарить, потому что мы еще раз повторяемся, что многие люди допускают простые ошибки, но эти ошибки ведут за собой определенные судьбоносные изменения в нашей жизни. И вы должны понимать, что именно есть вещи, расставание с которыми может привести к вам неприятным последствиям. Что же это за такие вещи? Ну, давайте начнем с подарков. Да, подарки. Наш мир так устроен, особенно с стран бывшего СССР, что мы приучили друг другу дарить подарки на день рождения, на Новый год, на какие-то праздники и так далее. Но, к сожалению, не всем подаркам мы находим применение. При этом может быть по разным причинам, потому что, например, ваш уровень жизни немножко больше, чем у ваших друзей и знакомых, и, например, вам подарили тот же фен, но у вас фен этой же модели, но намного дороже, лучше и так далее. И, конечно же, такие вот подарки, они занимают много места. Вы должны понимать, что подарок может быть преподнесен вам от чистого сердца и с добрыми пожеланиями. Это одно. Конечно, такие подарки вы действительно можете кому-то подарить, вы действительно можете перепродать или кому-то просто дать в пользование. Но вы должны понимать, что есть вещи, которые вам подарены с каким-то плохим умыслом, и в этом случае ни в коем случае нельзя эту вещь просто так брать и выбрасывать, или эту вещи вообще лучше вообще такие вещи, конечно же, не принимать. Даже если это какая-то такая дешевая, возможно, безделушка в вашем понимании, учтите, что таким образом вы можете привлечь к себе определенные неприятности, определенные проблемы. И вообще старайтесь те вещи, которые вам дарят на работе. Если вы знаете, что у вас коллектив, возможно, недоброжелательный, вы знаете, что за вашей спиной могут сплетничать о вас, обсуждать вас и так далее, не стремитесь такие подарки нести домой, потому что, неся именно, не просто вы несете вещь домой, вы несете определенную информацию к себе домой, и таким образом такие вещи начинают вас разрушать изнутри. Знаете, одно, принеся одну вещь, возможно, у вас ничего не произойдет, но если вам постоянно часто дарят какие-то подарки, какие-то безделушки, в том числе ваши подруги, родственники, задумайтесь о том, почему они вам так часто что-то дарят, хотя вы знаете, что они, например, жадные, завистливые и так далее. Никогда, знаете, вот никогда не стремитесь получать от людей подарка, который не чисто сердечный по отношению к вам и к другим людям, потому что таким образом вы, возможно, примете на себя определенный негатив и определенные именно проблемы. Далее, что ни в коем случае нельзя выбрасывать или нельзя отдавать, это ювелирные украшения. Вообще с ювелирными украшениями нужно быть очень осторожными. Ни в коем случае не передаривайте их людям, с которыми вы не связаны кровными узами. Это очень важно, потому что
Вы должны понимать, что украшение, оно несет в себе очень сильно определенную информацию. Бывает так, что, например, вам подарили какое-то украшение, да, но вам оно не подходит, например, по тому же стилю, или еще что-то вам не нравится, или вас просто раздражает, оно старомодное и так далее. То есть причин можно найти множество. Тогда лучше дайте на переплавку, а заодно и попросите мастера, ювелирного мастера, сделать украшения по вашему вкусу, но не разрешайте выбрасывать именно такие вещи. Да, тут скажут, ну как можно ювелирное украшение выбросить и так далее. Есть люди, которые могут какие-то безделушки именно выбрасывать. Не стоит, потому что это несет определенные проблемы. Далее, друзья, что еще ни в коем случае нельзя выбрасывать или отдавать? Ни в коем случае никогда никому не дарите свои головные уборы, платки, личные вещи и те предметы вашего гардероба, которые находятся близко к вашему телу. Они соприкасаются. Дело в том, что именно они, вот такие вот вещи, являются хранителями вашей энергетики. И, конечно же, постарайтесь в таком случае, если, например, у вас шапка уже как-то не так выглядит, или вам нравится какой-то платок, который вы уже заносили до дырок, старайтесь таким вещам подарить вторую жизнь. Ну, например, там шите какое-то покрывало или свяжите какой-то коврик. Но ни в коем случае такие вещи никогда никому не то чтобы даже не дарите, даже не показывайте, потому что это ваша энергетика, это ваша сила, особенно все то, что касается, связано с волосами, с вашей головой и с ногами. Помните об этом, потому что там находятся особые энергетические точки, которые человека подпитывают и помогают в жизни. Когда вы раздариваете это, вы не знаете другого человека и его настоящие помыслы и как человек относится по отношению к вам, потому что мы все знаем о том, что многие люди нам могут улыбаться в 32 зуба, могут рассказывать всякие прекрасные истории, дарить нам грамоты всевозможные, но в один момент раз и могут нам сделать очень достаточно больше. Поэтому старайтесь с личными вещами прощаться очень аккуратно. В таком случае, если вам что-то не устраивает, в таком случае возьмите, разрежьте на мелкие-мелкие кусочки в черный пакет и вынесите на мусорку. Далее, что ни в коем случае также, друзья, нельзя выбрасывать или отдавать, это наши символы с вами процветания. Что мы здесь имеем в виду? Вы знаете, символами материального благополучия и процветания являются наши сумки и, конечно же, наш кошелек или кошельки. И если именно в вашей сумке, в вашем кошельке водились деньги, ни в коем случае нельзя их отдавать в чужие руки. Дело в том, что иначе у вас прекратится финансовый поток. Если вещь выглядит так, что с ней ходить по улице стыдно, вы можете выбросить на помойку. Но обязательно такую вещь нужно обязательно поблагодарить за работу, за службу, за то, что вам приносили достаток, прибыль. И, конечно же, попрощайтесь с такими вещами. Но никогда сумки, ваши кошельки не стоит кому-либо, друзья, давать или выбрасывать, потому что вы не знаете, кто подберет, кто будет носить и чем это для вас может закончиться. И, друзья, последняя вещь, которую нельзя выбрасывать или отдавать, это постельное белье и матрас. Вы знаете, вот именно постельное белье и матрас, они отвечают за семейный уют и наше с вами благополучие. И особенно это касается счастливых семейных пар. Вы должны понимать о том, что попадая в руки к чужим людям, постельное белье, матрасы, подушки, они забирают с собой вашу
вот эту духовную энергетическую связь с близким человеком. И, возможно, в какой-то момент в вашей семье начинают происходить конфликты. При этом все начинается с каких-то пустяков, с какого-то, возможно, где-то недопонимания. И со временем это все перерастает уже в глобальные какие-то проблемы. Начинаются проблемы с деньгами и так далее. Поэтому постельное белье, подушки, матрас, одеяло, которым вы укрываетесь, ни в коем случае никому не давайте, не дарите. И срок службы прошел, разрежьте, упакуйте, вынесите в мусорку, но никогда никому не давайте, потому что вы не знаете, что, во-первых, кто это принимает, во-вторых, вы сами своими руками выносите и счастье, и благополучие, достаток и изобилие из своей жизни. Помните об этом. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, друзья, на телеграм-канал, ссылка в описании под этим видео. Там очень много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео интуитивно, которое вам больше интересно. Знаете, там для вас очень много полезной, важной и нужной информации.